здесь у нас такие вот сапоги. С собой два комплекта одежды для дождливой и солнечной погоды. В каждом городе были желающие присоединиться, но двигаться большой колонной неудобно и опасно. Приходилось отказывать, рассказывают байкеры. 25 городов России, от Владивостока до Москвы. 15 тысяч километров за 50 дней. Цель у участников мотопробега, а все они многодетные отцы, не проверить себя на прочность, а закрепить в умах мужской части россиян, что быть настоящим мужчиной значит быть отцом. Если бы велосипеды привлекали такое же внимание, мы бы поехали по стране на велосипедах, честное слово. Но так сложилось, что мотоциклисты привлекают наибольшее внимание, особенно у молодежи. И если, как вы говорите, свободные люди по духу сегодня заговорили о высшей свободе, а высшая свобода – это семья, это свобода от греха, это ответственное отцовство, значит, что-то, видимо, стало в обществе происходить. Всероссийскую акцию «Отцы России за многодетную семью» благословил сам патриарх Московский и всея Руси Кирилл. Также ее поддержали Министерство обороны, Ассоциация героев России и Комитет Госдумы по делам семьи. В каждом городе, где останавливается колонна, проходит молебен. В столице Татарстана он прошел в Крестовоздвиженском храме. Поддержали участников мотопробега и казанские байкеры из православного мотобратства, стать членом которого, к слову, не так просто. Мы с осторожностью принимаем в свои ряды, поскольку как бы очень много у молодежи иллюзий по поводу. То есть они понимают, что там надо байкеры, в общем понимании только там. Веселье, пьянство. Побывав до Казани уже в 13 городах, москвичи отмечают, Татарстан – это уникальное место. Патриархальный уклад, по словам байкеров, здесь сохранен лучше, чем в центральной части России. А в среднем по стране лишь 5% семей имеют троих и более детей. Не самое благоприятное для езды на мотоцикле погода, дождь и сильный ветер планов байкеров в нашем городе не нарушили. После совершения молебна они отправились на встречу с православной молодежью, а затем встретились с трудными подростками. После этого и был передан флаг «Отцы Татарстана за многодетную семью». Такие флаги участникам мотопробега дарят в каждом городе. Все они будут доставлены в Москву, в Большой Кремлевский дворец. Там с 10 по 12 сентября пройдет Международный форум семей. Вместе с флагами участники акции передадут руководству страны и большую книгу с подписями россиян, поддержавших идею необходимости сохранения традиционных семейных ценностей. Яна Воронай, Владимир Ладушкин, Роман Фенин, эфир 24.